А зараз до теми сьогоднішньої наради Лукашенки з Советом міністром. Чиновники принесли диктатору пропанову реформи стратних предприємств. Певно, сподівалися на те, що усе буде по-старому, хутенько отримають дозвол на держпідтримку з бюджету. І на тим і скончиться. Але грошей у Лукашенки, віддать, не засталося. Бо самообвещений президент учинив разнос чиновничих планів, кричав, що грошей у його просити не треба, казав, що йон їм не Дед Мороз. До ефіру долучився керівник Центру «Європейський діалог» Анатоль Лябецька. Добрий вечір, господар Анатоль. Вітання. І перш за все хочу запитатися, чи бачили сьогодні цей спектакль, чи глядзели його? Ну, я не з'являюся фанатом клубу Олександра Лукашенки. І, натурально, не гляджу його від початку до кінця. І, в принципі, можу спрогнозувати, що буде на той чи іншій нараді. Гэта, у прынцыпе, чакалася. З аднаго боку, нарады па эканамічных пытаннях адбываюцца вельмі-вельмі рэдка, таму, можа, толькі па гэтаму гэта была пэўная навіна. А што ў нас у эканоміцы? Але ведаеце, мы вось з калегамі тут сёння размаўлялі і не можам нават узгадаць, калі апошні раз Александр Лукашенко быў настолькі раззлаваны. Вось, і мы ў здагадках пра тое, чаму ён так рэагаваў на ўсё, чаму ён такі злы. У вас ёсць свае здагадкі, чаму ён быў настолькі вось раздражнёны? Ну, мне ёсць моя версія. Па-перша, ведаеце, эканоміка, сацыяльная сфера, адукацыя, ахова здароўя, гэта не тыя сферы, да якіх у Александра Лукашэнкі ляжыць душа. Ён сябе камфортней пачувае ў фрэнчы Сталіна, і калі ідзе змаганне з кімсьці. Вось як толькі ідзе змаганне з нейкімі ворагамі ўнутры краіны ці за межамі, то тут Лукашэнка пачувае сябе вельмі камфортна. А вось што датычыць да эканомікі, гэта такая нудная справа, бо тут якраз поспехаў няма. Няма чым ганарыцца і няма на што апірацца. І натуральна, што калі справы ў эканоміцы ідуць вось так, не валка, не добра, то, канешне, Лукашэнка як мінімум раздражнёны. Тут ён займаецца іншымі пытаннямі, да яго прыходзіць і прыходзіць шэф. Не несуць яму там залатыя яйкі, а прыходзіць і гаворыць: «Саша, дай грошы, Саша, а дзе грошы?» Гэта пытанне наогул яго заўсёды раздражняла. Самае, відаць, такое яркае, гэта калі яшчэ Казуліц спытаў: «Саша, а дзе грошы?» Ну так, уласна. Ведаеце, я сёння паслухаў гэта ўсё, там калгасы хочуць далучаць да прадпрыемства, стратных калгасаў 127, то бок велізарная колькасць, там кожны трэці фактычна беларускі калгас, ён стратны, паўсюдна праблемы. Лукашэнка крычыць не далучаць іх да прадпрыемства, відавочна, прадпрыемства яшчэ хоць неяк там дыхаюць, калі далучыць, то зусім уже палягуць і не будзе. Вы за гэтым назіраеце шмат гадоў, таму што вы ў палітыцы беларускай самага пачатку прэзідэнтуры Лукашэнкі. Вось гэта стандартны Александр Лукашэнка, ці штосьці мяняецца? Бо ў нас ёсць такое адчуванне, таксама абмяркоўвалі з калегамі сёння, што гэта пэўны крах лукашэнкаўскай мадэлі. Ён яшчэ ніколі не казаў, што не, я не дам на падтрымку там сельгаспрадпрыемстваў. Заўсёды нейкія былі льготныя крэдыты. Заўсёды ён знаходзіў грошы. І тут раз такая нечаканасць, і ён кажа: «Не, не дадзім». Не, ну я тут з вами пагаджуся толькі часткова. Насамрэч, эканамічны крызіс – гэта такі пастаянны спадарожнік Александра Лукашэнкі. І праблемы пачаліся яшчэ з сярэдзіны 90-х гадоў, калі Лукашэнка паспрабаваў вярнуць краіну назад у савецкае мінулае, калі ён узяў за аснову вось такі татальны кантроль і прысутнасць дзяржавы практычна ў кожнай сферы. І глядзіце, што было найбольш цікавае сёння і што менавіта раздражняла Лукашэнка. У яго спрабавалі забраць яго любімую справу. Лукашэнка хоча кантраляваць на 100% усё, ну літаральна усё. А тут прыйшлі з праектам указа, ну, адпаведнасці з якім Лукашэнка, ну, страчвае такую функцыю, гаварыць: «Даю дабро, каб той ці іншы калгас, як ён сам кажа, сельскую гаспадарку перадаць некаму іншаму гаспадару, нават калі гэта будзе дзяржаўнае прадпрыемства». Вось за ім была замацавана гэтая функцыя, а тут у яго паспрабавалі забраць. І вось гэта якраз выклікала з яго боку такі негатыў, таму што Лукашэнка якраз прыхільнік
системы тотального контроля. Он мусит сочить за всеми, за каждым. Он не хочет отдавать на то, как лёс навод одного колгаса нехто вырашал без его особистого уделу. Ну и у додаток до того, что еще и просит гроши на той самой МАЗ. И Лукашенко цікаво тим, что фактично он выступал как прокурор в отношении до той экономической модели, архитектором якої он является у Беларуси. И он просто заблытался. То 127 предприемств – это великая количество, то это невеликая. То это называл приватизацией, хотя по сутности это одно державное предприятие переходит под юрисдикцию другого державного предприятия. Какая тут приватизация? Ну, просто вот, когда его послушать, и как люди наши имели больше такую высокую политическую культуру и больше веды в экономике, они просто пришли по ужах. Потому что сегодня, сегодняшний выступ про мову Лукашенко, как упустили, до речи, у эфир, они как раз показывают, який хаос у голове уже престарелого белорусского правителя. На что б я еще звернул увагу? На то, что чиновники не стояли с понуро опущенной головой. Не погоджуся с вами, не погоджуся. Яны стояли, знову лупали своими вачима, глядели у подлогу. Поглядите еще раз уважливо, и коли вы опущенный раз шули, как нехто хоть мягко, але спрашался с Александром Лукашенком. А тут навод чиновники, видать, это как раз говорит, свечить про вельми дренные справы, коли они говорили, они приводили, спробовали приводить аргументы. И это Лукашенко еще больше раздражняло. Потому что его хочут нечто забрать, то, что ему належит, как монополия, и что нечто выходит под его контролю. А по-другое, тут еще не записывают его словы, он же может сгадать еще и час, когда той же Козі, керовник официальных профсоюзов, пропонул Александру Лукашенко вылучить на отримание Нобелевской премии по экономике. Вот это золотый час Александра Лукашенко. А тут ему кажут, не, Александр Лукашенко, мы же вот глядите, чему? Тому, что правила должны быть огульные для всех. И это был додатковый такой элемент, который поднимал раздражненность Александра Лукашенко на больше высокий уровень. Вот я бы заметил, что это нечто новое, и это как раз подкресливает, что ситуация у экономической сферы, у экономики вельми древняя. Спадар Анатоль, вы узгадали про то, что Лукашенко сказал про приватизацию. Фактично, и он сегодня признал, что она, ну, у нас заборонена у Беларуси. Давайте послушаем его на выказывание и вернемся с вами. Если бы мы пошли путем Украины, мы бы имели то, что они. Но мы же этим путем не пошли. Я же в 95-м, 96-м сражение на улицах выдержал с нашими нацменами. И частники, которые страну уже поделили. Именем революции это все перечеркнул, пользуясь поддержкой народа. И мы не пошли по реформам, которые принимали в парламенте. Мы фактически поставили заслон приватизации. Она тогда называлась прихватизация. Это важнейший вопрос. Это самое, что, грубо говоря, ребенка кому-то своего отдать. Это без смеха глядеть довольно складано. Але, как бачите, всем особо устоит, как малые дети, перады министры, так, и все на его глядят, молчат, ничего не кажут. Ну, я все ж таки остаюсь при своей думке. Для меня было нечаканностью, что несколько разов чиновники спробовали ему перечить и приводить аргументы. Натурально Лукашенко это не шоу, потому что он привык за 30 годов, что есть только одна думка, и эта думка належит ему особисто, и она абсолютно правильная. Что правду сказал он? Это так, что в середине 90-х годов как раз парламент, Верховный Совет 13-го скликания, до которого я належу, как раз и заложил основу для реформ. Как раз тогда комиссия по экономической реформе, которую отшальвал мой коллега Василь Шлындзік, а секретарем этой комиссии был Павел Данейко, вот как раз тогда и были приняты шерох рынковых законов. И когда им дали возможность жить этим законом, а не именем революции Лукашенко приостановил их деятельность, то сегодня не обмерковывали бы мы ситуацию МАЗа. 30 годов Лукашенко гонорится тем, что он не нашел больше эффективного господара для МАЗа, и 30 годов
ён увесь час кажа, што альбо грошай няма, альбо грошай мала. Мы правядзім сёння ён зноў вылучыў грошы для Маза. У адрозненні ад іншых ён сказаў: "Добра, Мазу зноў дадзім грошы, хаця Маз 10 годзямі стратны". Спадар Анатоль, дзякую вам вялікі за гэтую размову. Прабачце, што вымушаны вас крышку спыніць, таму што ў нас ужо скончваецца час. Анатоль Лябецкі, кіраўнік цэнтру Еўрапейскі дыялог, быў з намі на сувязі.